А скажи, что банк совсем закрыли уже? Так пройти? Нет, банк открыт, вам нужно обойти вокруг Триумфа, и вот с той стороны будете заходить. Вот так и пройти. Ага, спасибо. Скандал вокруг банка «Волга-кредит» набирает обороты. Сегодня ночью кто-то построил перед входом в банк вот этот новенький железный забор. Теперь доступ обманутых вкладчиков в этот финансовый институт существенно затруднен. Чтобы все-таки попасть в банк «Волга-кредит», вкладчикам приходится обходить соседний торговый центр «Триумф». Самарец Виктор Горбачев положил на счет 800 тысяч рублей. Когда захотел забрать деньги, ему предложили вернуть только 70. Теперь приходится приезжать сюда регулярно, чтобы получить документы о том, сколько всего было денег. Новый забор Виктор, как и многие другие вкладчики, воспринял как очередной препон на пути решения проблемы. Ну, вчера не было. Я вчера мимо проезжал работу. Не было. На автобусе домой ехал. Вчера не был. А зачем его построили? Ну, чтобы, наверное, не ходили сюда. Чтобы в глаза не бросался. По неофициальной информации, ограждение поставила администрация ЦУМа «Самара», в котором банк арендует офис. Напомним, этот торговый комплекс контролирует известный самарский предприниматель Алексей Шаповалов. По одной из версий, забор построили, чтобы усложнить банкирам жизнь. Якобы учреждение задолжало торговому центру за аренду. По другой версии, вход визуально перекрыли в надежде хоть как-то сократить поток обманутых вкладчиков, желающих вернуть свои средства. Добавим, Главное управление Министерства внутренних дел по Самарской области назначила следователей в райотделах полиции, ответственных за прием заявлений от пострадавших клиентов банка «Волга-кредит». Их контакты вы видите на экране и сможете найти на нашем сайте trktera.ru.